Здравствуйте, и снова с вами магазин Мотовела Техника. Наш адрес: город Клинцы, проспект Ленина, 33. Сегодня у нас на обзоре мотоцикл Kawasaki ZZR 600 99 года выпуска. Сейчас обойдем его по кругу, посмотрим, какие есть недочеты по пластику, посмотрим, в каком состоянии расходники, запустим двигатель, проверим электрику. Начнем с передней части. Пластик у нас, наперед забегу, стоит везде оригинальный, ничего тут не крашено. Вот оригинальная фара, ветровое стекло тонированное, зеркала имеют такие небольшие потертости, левое и правое. Так, переднее крыло все целенькое, все красивое. Значит, диск у нас без следов ремонта, вмятин. Передняя покрышка по износу, ну, тут износ процентов 20, не больше. Передние вилки сухие, коррозии на них нет. Вот в таком состоянии радиатор. Отличнейшее состояние. Так, вот покажу нижняя часть. Не фокусируется. Так, повороты оригинал. Так, переходим на правую сторону. Вот так выглядит у нас мотор. Боковая часть, глушители. Прямотоки, ну они такие не очень-то громкие. Здесь вот такая есть царапина. Заднее колесо также без следов повреждения. Тормозной диск у нас с незначительной совсем выработкой. Колодки остаток процентов 30. Задняя резина тоже по износу процентов 20, не больше. Везде стоит Мишлен. Перед, зад. Так, упустил под диском с передней части. Тоже износ минимальный. По колодкам там 50% остаток. Задняя часть. Сиденье без порезов, порывов. Оригинальное, не перетянутое. Так, по левой стороне. Мотор. Что тут можно заметить еще? Увидеть вам, показать. Пластик весь целый. Здесь на баке есть две вмятинки. Вот одна такая совсем незначительная. И вторая с кольчик. По цепи. Цепь изношена немного уже. Ну, процентов 50 смело остатка есть. Ножки вот в таком состоянии. Так, ну что, посмотрим, что внутри бака у нас. Ключика 2. Бак без коррозии. Сразу откроем сиденье. Тут все ровненько. На баке наклеечка сохранилась от сиденья. Особо даже не затерт бак. Чисто. Попробуем запустить двигатель. Так, двигатель у нас абсолютно холодный.
Вот я рукой держусь за выхлопной коллектор самого основания. Так, отсос, ключ. Мотоцикл вы можете у нас приобрести как за наличный расчет, так и в кредит. Мы оформляем кредиты онлайн без посещения нашего магазина. Также мы можем организовать доставку мототехники собственным транспортными компаниями. В транспортной компании, если мы отвозим мотоцикл, мы можем предоставить услугу по нашей обрешетке. Она стоит всего 2000 рублей, это дешевле, чем в транспортной. И вы будете уверены, что мотоцикл приедет в том состоянии, в котором мы его отправили. Опыт по упаковке у нас большой. Если будут какие-то вопросы, пишите, звоните. Ссылка на актуальную цену будет внизу по ссылке в описании.